Товарооборот между Алматинской областью и Турцией за 6 месяцев этого года вырос на 10%. Сумма достигла более 119 миллионов долларов США. Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Марата Цултангазиева и генерального консула Турецкой республики в городе Алматы. Наш корреспондент расскажет подробнее. Казахстан и Турция ведут весьма тесное сотрудничество. Страна-партнер входит в топ-10 крупнейших инвесторов нашего государства. Следовательно, экономические связи двух стран имеют глубокие корни, особенно в торговле. В прошлом году товарооборот между Турцией и Алматинской областью составил 211 миллионов долларов США, а общая сумма экспорта – 5 миллионов долларов. В свою очередь, импорт составил 206 миллионов американских долларов. Говорить об экономике, то Турция является важным партнером, важным не только торговым партнером, но также входит в число крупнейших стран и инвесторов в экономику Казахстана. В Казахстане работает около 4000 предприятий с участием турецкого капитала. Из них около 200 находятся в Алматинской области. Генеральный консул Турции в Алматы отметил, что турецкие предприниматели намерены реализовать множество инвестпроектов на территории Алматинской области. Турецкая сторона попросила главу области оказать им всестороннюю поддержку. Между Турцией и Казахстаном налажена связь и в сельхозотрасли. В августе мы подписали соглашение с министерством на сумму 2 миллиарда долларов США. А потому мы намерены организовать работу в этом направлении в Алматинской области. В прошлом году из-за определенных обстоятельств Турция перестала закупать мясо в Казахстане. В этом году ограничения были сняты. Мы рады увеличению товарооборота между двумя странами. Всего с 2005 года в Казахстан из Турции было привлечено более 4,5 миллиардов долларов США инвестиционных средств. Глава региона отметил порядочность и добросовестные отношения турецких инвесторов. Он также поблагодарил турецкую компанию за высокое качество объездной автодороги «Бакат». Встреча завершилась вручением символических подарков сторон. Айслу Жандосова, Мирует Кадырбай, Казакинжи Жомарт, телеканал ЖТСУ, Конаев.